Сергей Витальевич, с победой вас, во-первых. Как вам сегодняшний матч? Такой хороший парень получился. Не, хорошая игра, много моментов создали. Посмотрели всех новичков в деле и в целом с оптимизмом. Первый тайм выиграли 2-0, но уже минут через 15 после начала второго пропустили два гола. Как считаете, это концентрация либо? Нет, это, я скажу, просто где-то, да, наверное, скорее всего, концентрация. Но мне важно даже было не какой будет результат сегодня, а как себя новички проявят, как ребята будут выполнять то, что мы наигрывали. И в целом я очень доволен, потому что все ребята, которых мы подписали, новичков, всех меня порадовали. Если можно, по персоналиям, почему вот каждый из этих ребят, вот вас, чем он вас привлек в эту команду, чтобы взять их? Давайте с Кичина начнем, например. Еще Кичин опытный парень, который руководит командой, именно такой мужик на поле, который, плюс его опыт, его данные, плюс левоногий у нас как бы не было. И проблема у нас бровки, это была самая большая проблема. Яченко? Та же самая ситуация, тоже опытный парень, уже больше 250 матчей наиграл в чемпионате России. Вот, и ну, надо было усиление, он сильнее на сегодняшний день тех игроков, которых мы имели в составе. Ну, до этого будет конкуренция хорошая. Пеевич тоже сегодня, в принципе, неплохо себя проявил. Может отдать последнюю передачу, хорошим мячом, поле видит. И, да и парень очень работоспособный, очень как бы приятный. Ну, с Галычем, в принципе, все мы хорошо знакомы. Да, повторяться не будет. Нельзя не спросить про Фатаю. Три момента у него сегодня было хорошее, плюс пенальти, в принципе, заработал, который не поставили. Но не получается пока у него забивать. Как считаете, с чем связано? Ну, я считаю, чтобы главное, чтобы он в чемпионате забивал. То, что есть моменты, это уже хорошо. Вот. Для меня важно сейчас сыграть нападающих, чтобы они были сыграны. Это для меня очень важно. А забитые голы, если есть моменты, они будут. Как ситуация с травмированными? Тоже все поправились, практически один только Шитов в лазарете. Поэтому... Теперь планомерно готовимся к кубку. Ну да, надеюсь. Посмотрим, какая жеребьевка, что будет. Все, спасибо, Виталий, что победа.